Симбиоз науки и практики. У Жлобине сегодня шукали кропки сутыкнения у справе поспехового выращивания рослин. На семинар в учебу завитали керовники районов и галиновых управлений, айчиной навуковцы аграры и практики из усёй в области. Гэтая сустрэча прадстаўнікоў сфер, что мазь дачынення до больш результатыўнай работы сферы АПК, прадыктавана визитом президента краіны у наш регион восенью минулого года. Тады кіраўнік державы адзначыў, цитата, «Навукоўцы павінны дакладна сказаць, вось гэты накірунак мы рэкамендуем для Гомельскай вобласці, ён праверены на практыцы, яму быць». Канец цытаты. Да чаго дамовіліся ўдзельнікі сённяшняй сустрэчы ў матэрыялі Наталі Ігнатенка. Для отримания доброго урожая 23-го года у Гомельской области зроблено многое, и еще шмат чего належит зробить. Вясна не за горами, и до активных полевых работ вяскоўцы рыхтуются заходя. Великие надеи сёлета аграры связывают за зимами зерневыми. У сравнении с минулым годом их посевные площади были истотно повеличены, а зима рапсу больше як на треть, ячменю больше як у 4 разы. Ён наогул лічится вельми перспективной культурой. Добро показывая себе во умовах климату паўднёва-ўсходняга региона Беларуси. Это культура новая. И если мы в прошлом году возделывали 6 тысяч гектар, а до этого 1000 гектар, а сейчас 26 тысяч гектар, то мы можем оценить вот эту разницу в величинах. Поэтому и сейчас идет уклон. Культура новая, мало знакомая, соответственно, нужно больше уделить внимание. Это не классическая зимая рожь или зимая пшеница, которую уже, в принципе, все умеют возделывать. В данном случае есть некоторые вопросы. Задача не стоит именно сколько собрать озимого ячменя, задача стоит сколько убрать зерновой группы. То есть более миллиона, 1 200 000 зерновой группы мы должны убрать в этом году, получить зерна. Мы будем рассчитывать с учетом кукурузы эта цифра. Сейчас стоит задача о том, чтобы в весенний период грамотно провести подкормки, уход за растениями, получить достойный результат. Сярод присутных у зале не только керовники районов, яшчэ прадстаўнікі подразделения агранамичной и механизаторской службы. Первый день семинара в учебы присвечены тому, каб нагадать про технологию выращивания культур и подкорректировать тактику ведения работы у поля. Бо, як подкреслил керовник державы на нараде у Гомелі, что прошла у листопаде минулого года, цитата, «Парадок, диктатура, технологичная дисциплина». Кожный керовник господарки, кожный работник мясовой вертикали улады повинен докладно разуметь свою роль, место и отказность. Только так мы можем отримать выник. Конец цитаты. И, до речи, гэты выник Гомельщина уже показывая. Касаемо тех обещаний, которые были даны главе государства, хотелось бы отметить, что по январю месяцу из запланированных темпа роста к предыдущему периоду 101,5 получено 101,9. То есть первый месяц мы выполнили обещание. Что касаемо озимых культур, конечно же, они находятся сегодня не в том состоянии, которому хотелось бы. Поэтому должны быть и руководители, и на местах региона готовы к принятию решений в весенний период, что же дальше делать и каким образом выполнить обещание. Но все возможности для этого есть. На этой встрече перед аграриями поставлена задача увасобить теорию у практику по разных сельскохозяйственных фронтах борьбы на полях за урожай. Семинар ладился в режиме онлайн на все районы в области. Он открыл серию запланированных мероприемств на люты. У планах обмерковать так само проблемные моменты, связанные с живелогадоулей. Наталья Ихнатенко, Игорь Марышенко, Жлобинский район.